рак яичников. Четвертая стадия. С участками метастаз в легких, печени и в матке. Диагноз такой, что врачи не трогали больного. То есть там бесполезно было что-то с ним делать. Последний прием, когда Ирина была у Антипова, а он сказал, что первый единственный случай в моей практике, чтобы человек с таким диагнозом сейчас был в таком состоянии, то есть был практически здоровый. Я вам очень за это благодарна. За каждый прием вы вкладываете позитив и энергетику, и силы даете на то, чтобы все замечательно. Спасибо большое вам. Спасибо. К нам на курс Ирина пришла в состоянии некоторого раздрая внутреннего. И закончилось лечение. И вроде бы иди, радуйся. И многие близкие не понимают, что такое, почему ты там как-то завис в этом состоянии. Ее пригласили в эту группу, в экспериментальную группу арт-терапии. Это, конечно, очень сильно изменило. Она туда едет, она оттуда приезжает всегда в очень приподнятом настроении. Вот эта работа наполняет такой яркой, хорошей жизненной энергией. И думаешь, так, а жизнь-то продолжается. И все равно ты будешь жить наперекол к тому, что бывает плохо. Когда приходит осень, когда есть гроза. А здесь путь к жизни. К расцвету. Искренне радуешься тому, что у тебя получилось. Мы можем организовать в Раменском такую же группу или филиал женского здоровья здесь, чтобы она могла найти здесь себе сподвижников, волонтеров и людей, которых можно поддержать. А таких людей очень много. Она, как человек, перенесший все это, как никто лучше понимает людей этих и сможет помочь.